Министерство образования и науки Самарской области информирует о проведении занятий в период морозов. Решение об отмене уроков принимается руководителем учебной организации. Рекомендуется не проводить занятия для учеников с 1 по 4 класс при температуре ниже минус 25 градусов. Для учеников до 8 класса включительно при температуре ниже минус 27 градусов. Старшеклассникам разрешено не ходить в школу при 30-градусных морозах, сообщает в своем телеграм-канале руководитель управления информации и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова. На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Института развития образования состоялась церемония награждения победителей и лауреатов областного этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2023». Лауреатом второй степени стала школа номер 26 «Самара», информирует городской департамент образования. В Кировском районе начали установку елочных комплексов. В этом году зеленые красавицы будут украшать площадь имени Мочелова и территорию УДК поселка Зубчининовка. Работы проводит МБУ «Кировская», пишет телеграм-канал района.